Да, я пойду на выборы. Это наш гражданский долг. Конечно, пойду, потому что выборы – это мое будущее. То есть я выбираю свое будущее. Сугубо мое мнение, я пойду на выборы, потому что считаю, что они все-таки могут решить наши проблемы и решить наше будущее. Пойду ли я на выборы? Да, безусловно, потому что решается судьба моей страны. Я бы не хотела бы пропустить данное событие. Да, я пойду на выборы. Выборы в Джуркинеш. Почему я пойду? Потому что это очень важно. Это гражданский долг, и это способ выбрать власть, получается. Конечно, я пойду на выборы. Я считаю, что это наш гражданский долг, и я хочу это исполнить. Конечно, обязательно пойду. Я вообще каждый раз хожу на выборы, потому что я считаю, что это очень важно. Очень важно голосовать вообще, потому что все-таки наши предки боролись за то, чтобы мы имели право голосовать, поэтому я считаю это важно. Конечно, потому что это же наша страна, это будущее нашей страны. Это обязательно пойти надо. Конечно, я тоже пойду. Мне недавно исполнилось 18, и для меня это тоже большой шаг. Да, конечно, я пойду на выборы, потому что я хочу выбрать своих кандидатов, видеть во власти своих, тех, кто мне симпатизирует.